О, тут ничего не пропадает, это деревня. Сказал только, все, мигом здесь все сделано будет. Потому что капуста козам нужна. Морковная, ботва, свекольная. Я заехал, сказал. Все, ребята пришли. Во. Еще не пропадает. А в городе, во-первых, листьев нету. А в Магадане эти листья бы, как он арбузные корки солит, у людей ничего нету. Земля кормит через повеление Божие. Видишь, как вот. Вот Алеша едет в машине, я думал, чужая машина. Ехал к матушке, развернулся сюда посмотреть. Надо палатку было взять какую-то, на ней бы удобнее было. Поехал к матушке, я серьезно думал, машина чужая. Еще раз палатку, конечно. Ничего. Ничего не пропадает, самое главное. И все это превращается от животных в пользу человека. Слава тебе, Господи. Сейчас я подойду, еще тут посмотрю. Вот они и свекольную. И все уже забили. Да. Слава тебе, Господи, слава тебе. Еду, и вот вдруг вижу, коров гонят. Съемка. Красота какая. Пасут на свежем воздухе. Молоко, сливки, сметана, творог. Ну и уже мясо. Добрый день. Добрый день. Я все нахваливаю, как в деревне хорошо. Какая красота. Видишь, какие телочки, бычок. Телочка маленькая. Это зимние выходят. Вот красуля, собака красивая, хаска. Учится пасти, тоже хочет. А я все забочусь о тополях. На них огромные суки, которые высохли. Вот они, проехали наши братья. А там машет, не пропускает машину Степа. Дескать, идут коровы. Вот с одного только места сколько прекрасных кадров. Вот Игорь Валентинович Глушков размонтировал уже свои теплицы на зиму. В городе человек сидит как? Оставил без присмотра. Когда он на дачу поет? А это все рядом, вот его дом рядом. Еще чужой, кто идет, сразу посмотрит. Это балерина моя, крыша. Дивен Господь. Отсюда посмотрел. Храм, видать, православный. Свято-Анфимовский поселок Потеряевка, Мамонтовский район, Алтайский край. О! Чудеса. Милость Божия. 21 тысяча порушенных сел. 10 заканчивают жизнь свою. И никто не берется восстанавливать. Вот мы в 91 году, считай, 28 лет уже, Господь
хранит, удивительно хранит. И все есть. Голодным спать никто не ложился. Это на закат солнца идет уже близко. Слава тебе, Господи, слава тебе. Отец Аким, это путешествие. Это он приехал сюда первый. С Валентиной Афанасьевной Шитиковой. Корову на следующий день купил, малину. Цыплят привез. Петушка бентамского, махонького такого. Смешной, интересно. А другой был большой, погноногий. Мы говорили, на Ельцина похожий. За всех молились, никого не проклинали. И вот выжили 28 лет, вот считай, 28 лет. Это же не два дня. Вот как раз батюшкин дом вдали видится. Вот он. Крыша. Сам строитель. А то священник в Крыму. Дверь не навешивается, там то другое ходит. Да кто ж тебе будет? Пузо, как говорится, пузо растряси. Молоток, гвозди начинай. Никому батюшка не обращается, сам. Вот сколько здесь есть, дома обложили кирпичом, обкладывается. Это все его работа. Еще Игорь Третьяков помогал на Саманном. Вот так, все на этом. Я говорю, сегодня 4 октября 2019 года, пятница. Исааки приехал, тут кто в городе. Учатся там. Это вот первый дом Потеряевки. Называется Матушкин. Тут были, ночевали. Гостей много было.